радиоактивный песок сейчас будем выгружать, закапывать. Вот так вот это все творится, происходит. Казатомпром, АОС Заречная. АОС Заречная. Вот смотрите, как у нас происходят разливы кислоты и всяких прочих закисленных, продуктивных с металлом растворов. Наше начальство, естественно, наши ребята по приказу начальства закапывают вот так вот все эти растворы. Закапывают в прямом смысле слова. Так, здесь позавчера был разлив серной кислоты H2SO4. Вот так вот это все происходит. Выкапывается яма. Тупо сливается вот с этого, вот, скажем, отсюда, вот, в эту яму. И все, сейчас это все впитается в землю и закопается, и даже не впитается, закопается. Что творят с фауной, что творят с природой? Кто за это будет отвечать завтра? Не дай бог, кто-нибудь туда упадет. Скот или человек, кто за это будет отвечать? И вот так вот происходит с каждым разливом серной кислоты. С каждым, с любым разливом раствора. Здесь у нас Казатомпром АО СП Заречный. Вот Рарский район, село Шаульдер. С кислотопровода. Вот здесь вот вентиль открывается. Вот он. И вот так вот, вот таким вот методом сливается все на землю. Сливается все на землю, и потом это все высыхает. Вот. Теперь вот здесь вот лежит позавчера, что ли, как был вот этот раствор для ребенка. И он, короче, сдох, можно сказать так. Он вот здесь вот лежал. Его сегодня убрали, видимо, для того, чтобы из-за того, чтобы он не вонял. Сейчас мы пройдемся по следам, посмотрим. Кішкентай қолында сол кислотаны ішіп өліп қалды. Міне. Осылай. Міне трактордың ізі. Пожалуйста. Тығып тастады. Кормай жоқ. Міне рабочий фон ежім. Так вот, АОС Заречная. Сегодня у нас 24-е. Вот так вот закапываем радиоактивный песок. По приказу начальства. Вон там сейчас люк открыли, сейчас будем выгружать. И вот этим потом просто так засыпят и все. Так, вот скважина, номер какой, интересно, на ней? На ней номер не написан. Смотрите, уже месяца, наверное, два, как бежит вот здесь вот. Посмотрите, что творится. И это вы хотите сказать, никто не видит? Когда генеральный директор или какая-то комиссия приезжает, все это, короче, выгребают, закапывают в землю. Вот, вот так вот. Давно, видимо, комиссия.
видите, да? Вот. Вот видите, копают траншеи, сливают сюда серную кислоту и потом закапывают. Яма, когда наполнится, она капец была глубокая, метров 6, наверное, в глубину в прошлый раз, а сейчас, видите, почти уже ее заполнили. Это сколько кубов здесь у такого песка. И вот так вот это потом просто все закопают, и никто за это ответственность нести не будет. Вот. Короче, смотрите, увидел я сдалека вот такой вот разлив. Думаю, там прокачали, что случилось. Может быть, что-то где-то лопнуло, что-то где-то просачивается. Может, надо вентиль просто закрыть. А на самом деле, оказывается, вот. И это бежит очень приличный срок времени. Недели полторы, как минимум, если не больше. Смотрите, какой разлив. Вот он, получается, впитывается. Короче, вот как закапывают кислоту.